Всем доброго утра. Сегодняшнее утро начинается с поездки к бабушкам и в Озон. Надо помочь бабушке разобраться, что она не так сделала с посудомойкой, почему у нее не задвигается полка, и получить кучу приехавших посылок в Озон, в том числе и бабушкин костюм, который она должна мерить. А что, тебе не подходит мой провод? Нет. Какой ты? Сгорела эта хрень, похоже. Какая? О, полный горел. Какая хрень сгорела? Какая-то здесь хрень, видимо, сгорела. Не работает? Не работает. Может, почистить надо, не? Почистить. Поехали, ты там будешь чистить, а я это... Ты 100 пудов полку быстро поправишь, а я буду кофе пить. Еще на уточек посмотрим. И яйца отдадим нам. Я уже вчера спрашивала, где яйца? Вот они, яйца. А? Я так не играю. Чего ты так не играешь? Что сгорело-то? Не дорогая знаю. Деталька? Не работает. А? Не знаю, не работает. Ну что может там сгореть? Нагреватель. Здесь, ну? Давай. Сколько стоит? 200. Нифига себе. Привет! Открывай. Тушки. Вот это вот особенно тушка мне нравится. Дай погражу тушку. Ага. Блин, а как бегает-то быстро? Ну иди поглажь, вон, смотри, перья растут. Красавец. Ой, какие вы красавцы. Да нет, я про вот того утку. Толстенький, а бегает резво. Они травку хотят. А ты чё? Так вы их туда выставите, пусть они там сидят. Ну, посидят у ворот, да пойдут. Куда они денутся? Смотрите. Вин заказали, приехала. Саша косит. Ну, тут, правда, островок непокосный. Там внутри просто палки. Поэтому, я так понимаю, он его оставил на потом. Вот. Но у нас покошен сад. Ну, как покошен, слышите? Косится еще. Короче, хорошую косу заказали. Если кому-то надо, то могу потом ссылочку вам. Щиток купили защитный, он им не пользуется. Ох, Сашка. А когда просил купить, тебе же, говорит, не нужен муж, типа это, одноглазый. Кур гуляют. Ой, надо выдрать грушу из объятий какого-то вьюнка. Видите, какая красота, можно валяться. Вон он там. Травы куча. Иду обратно. Пока Саша косил, нашел 2 гнезда. Еще. Образованных нашими курами. Иду воровать яйца. Теперь придется, блин, по всему саду за ними яйца собирать. Кто-то несется, как привычно. Кто-то решает новое место обосновать. Я везде искала, пока трава большая была. А они знаете, где оказались? Там. Вон Саша нашел. Раз. Гнездышко. И вон там. Еще больше. Воруем яйца. Вот так вот. Бульоны, блин. Ладно. Сваливаю отсюда. Может быть, Саша еще найдет. Я думала, они не все несутся. Они просто несутся все. Кто где хочет, блин. Ну ладно, все. Теперь зарослей не будет, теперь будет проще. Смотрите, что мне приехало. Это фонарик, прикиньте.
И это фонарик с датчиком движения, вот беленький, видите? И, короче, с этим, с солнечной батареей. У него даже пульт есть. Это мы спереди поставим. А во двор мы, я тоже купила фонарики, тоже на солнечной батарее, тоже с датчиком движения. Яркие, классные, сейчас покажу. Два фонарика, видите, висит? Катюшка вчера мыла окна, красиво, да? Хорошо отмыла. Правда, с третьего раза, но тоже неплохо. Я хочу еще вот такие же фонарики около этого окна. И вот здесь вот. И потом вот здесь, когда на веранде будет крыша, еще под крышу фонарики, чтобы выходишь, и все светится. Миш, куда ты потащил лампу? Смотри, как. А. Вот так. Да, если закрыть, то она включится. Включи. Выключена. Выключена, ну-ка включи. Вот так. Надо полностью закрыть, у тебя ручки не хватает. Давай я закрою, ты меня поснимаешь. Давай. Зайдем домой. А то сейчас кошки начнут забегать. А мне еще... Сейчас с Мишей заснимем. И мама пойдет до магазина. Для видео хочешь купить надо. Ты что? А? О, смотри. Как будто темно. А? Включилась? Она, короче, это. А вот. Вот датчик движения. Смотри, вот. Видишь, ярче загорелось. А лучше. Короче, у нее вообще три режима. Первый режим, это она не горит. В темноте при движении включается. Второй режим, она тускло горит. При движении в темноте включается сильнее. И она горит постоянно. Надо разобраться, как это включать. Вот. Потому что пульт потеряется быстро. Я не знаю, как у вас, но у нас точно быстро теряется. На улице жара. Как мне нравится мой кран, вы не представляете. Единственный минус этого крана, знаете какой? Тоже он, короче, низкий. То есть, если в раковину наложить посуду, как мы это любим, то, короче, пока посуду не помоешь, нормально мыть не будешь. Хотелось бы, конечно, чтобы он был где-то вот до суда, и вот отсюда уже это блямба. Вот, но он вот как сделан, как говорится. Кстати, уже вечер. Вот так вот выглядит освещение от вот этих вот двух лампочек, про которые я вам сегодня рассказывала. Ну, неплохо. На самом деле темно. Там вообще темно. Если вы приглядитесь, то там как бы совсем темно. Уже часов 8, наверное. А здесь у нас на будущей веранде, скажем так, ну, вполне себе так светло. Освещение всего две лампочки. Я хочу добавить еще 4, чтобы здесь было совсем светло, да? Заки. А сейчас я вообще пошла курс закрывать. Поэтому пошла я туда в темноту. Хорошо хоть. Так, пойдем через... О, видите, потухло. Вот так это выглядит без лампочек. Теперь я здесь нарисовываюсь и становится светло. Классно же? Освещение, конечно, не очень. Но если добавить еще 4 лампочки, мне кажется, будет отлично. Можно будет даже чаепитие устраивать ночные. Сейчас пойдем закроем кур. Я вам ничего не покажу, потому что там темно. А потом пойдем смотреть. Саша еще лампочку повешал тут, которая в виде камеры перед домом. Пойдем смотреть, как она светит. Ее я еще ни разу не смотрела. А еще у нас стиралка сломалась. О, видите, я не шевелюсь. Оп. О, вот так классно, смотрите. Можно даже, в принципе, это ночные болталки снимать прямо под лампами. Неплохие, кстати, лампы. Надеюсь, их не зальет дождем. Ладно, хватит болтать света, пошли. Надо кур закрыть. Я вернулась к дому, пока болтала с Катей с Мишей через открытую дверь. Тигра, Тигра, да, втихушку, типа его здесь нет. Пойдем лампочку посмотрим с той стороны, выходи. Сейчас я Мишу покажу. Так он уже тут все занялся. А наклейка? Видите, потухло. Опа! Оп, загорелось, прикольно. Сейчас, по идее, я должна из света выйти в темноту. А потом, когда я приду под тот фонарик, он должен загореться. Вот сейчас темнота. Тут немножечко будет светло, потому что у соседа свет горит. Своего дома свет немножко освещает вот из окон. Но вообще темнота. Идем. Сейчас посмотрим, где он нас заловит, датчик. О, прикольно. Заработал. Слушайте, класс.
И главное, на собаку не реагирует, что радует. Да? Эй ты, Джина, не прыгай на меня. Нельзя. Я довольная. Так, а у собака свалила ведро с водой. Замечательно. Сейчас отправлю кого-нибудь выручать эту черную бесть. Ну-ка, села на место. Это что такое за собака? Иди, говорю, отсюда. Иди отсюда.